Школы в Абакане пока не будут переводиться на дистанционное обучение. Об этом сегодня утром заявил глава города в ходе оперативного штаба. У родителей возникают опасения в связи с осложнением ситуации с COVID-19. Напомним, накануне стало известно, что около 80 школьников Хакасии были отстранены от занятий. Они либо контактировали с больными коронавирусом, либо у них выявили признаки ОРВИ. Сейчас решается вопрос о переводе одного класса в первой школе Абакана на дистанционное обучение. COVID-19 был выявлен у 11-классника. Ожидается распоряжение Роспотребнадзора.